сэкономил я на баночку одну, да не выдержал, глотнул, оставил треть и поехал в подмосковную Дубну. А там до Галичи хоть глазом посмотреть, а Дубна одна, ох, не близенько, а в Дубне одна ток физика. Никаких людей словно померли, никаких идей, только формулы. Позитроны, фазотроны, купорос. Разгребаю я всю эту дребедень, а как кончился физический нанос. Вижу Гальча с гитарой на бекре, он сидит себе нога на ногу, будто на губе, будто надолго. Ой, какая чушь блажь, которая человека в глушь запроторила. А мне Гальч отвечает: ты садись, да пройди ты свою баночку до дна. Я ведь сам сюда приехал на всю жизнь и не выйду отсюда ни хрена. Чай протоны все тебе застели, а ведь у них вся соль, в них все счастье. Только тут и жить для своих целей, и струна звенить, да и сам целей. Я расстегиваю свой комбинезон, достаю газету, на, мол, посмотри, в газете сообщение ТАСС, переворот в Москве, первый декрет новой власти о назначении Солженицына главным цензором Советского Союза. Тут мы кинулись в попутный позитрон и в кабак, и там надулись, как хмыри. А на утро радио говорит, что, мол, понапрасну шумит народ, это гады физики на пари крутанули разик наоборот. Мы переглянулись и в главлиц, а там все по-прежнему, ну и ну. А мы сложились с Галичем на 5,5 литра, сели без билета и айда в Дубну. А Дубна она, ох, не близенько, а в Дубне одна ток физика. А только тут и жить для своих целей, и струна звенить, да и сам целей. Эй, цвей, дрей.